Итак, друзья, всем привет. Яндекс создал галерею нейросетевого искусства. А искусственный интеллект теперь создает картину. Но он это создает не сам, а на основе обучения. Ну вот, допустим, разработчик Евгений Кашин решил повесить у себя дома картину, такую, которая была бы вот, только у него, уже не работает в лаборатории машинного интеллекта, поэтому подошел к вопросу нетривиально, он обучил нейронную сеть на подбор картин, которые ему нравились. Получил другие созданы по мотивам, но тем не менее единственные в своем роде. Женя остался доволен, одну нейросетевую картину он перенес на холст и повесил дома. Другую превратил в принт для футболки. Остальные картины Женя выложил в интернет, чтобы то же самое могли сделать его друзья. Мы вместе с Евгением решили повторить опыт и открыли галерею нейросетевого искусства. Как создается? Для нашего проекта мы обучили нейросеть на 40 тысяч картин, написанных художниками XX века. Это эти произведения в разных жанрах, от фавизма, кубизма до <coughs> минимализма, прошу прощения, и стрит-арта. Ну что ж, друзья, давайте зайдем в галерею и посмотрим город. И ниже там, надо мышкой вот так скроллить как на телефоне, нера дверь не похожа. Нейропристань похожа, что смотрите, что-то особенное не нейропристани есть. И что хочу сказать, что Нера нейропристань не понравилось. Но вот другие картины мне показались лично, ну вот допустим, нейрокафе, кафе. Или нейро, высотки нейро огни высоток ну вот мне кажется это ну мягко говоря совсем не то все что угодно это холм это корабль какой-то плывущий там труба стоит но ну, никаких высоток я тут не просто не вижу нейропластиковый пакет нейро деревенский дом вот деревенский дом похож вот он потом нейрофабрика тоже Сказать, что это фабрика и не ну, очень не похожа нейрокарта города <laughs> нейрокарта города максимально не похожа просто максимально просто тут кот я вижу кота и танцующее еще какое-то существо рядом вот справа кот вот танцует существо и <laughs> так нейродеревенский дом деревенский дом ну, дом можно хоть про проглядываться тут вроде как бы окна но тоже такое себе, нейроплитка, нейроплитка вот так вот выглядит, а нейрошахта тоже, ну шахта хотя бы проглядывается, знаете, хоть рельсы и вот сверху вагонетки тоже, земля сверху, земля снизу тоже более-менее, нейротелебашня, телебашня нейро тоже очень странно, нейропластиковый пакет тоже ужасно странно, нейроокна тоже. Боже мой, нейропластиковый пакет. Давайте на природу, может быть на природе что-нибудь. А, нейроущелье, друзья, ну ущелье удалось. Нейролиства, листва ужасно, ну хоть и зелень, ну ужасно просто. нейро нейролагуна, Фу нейростебли, ну не знаю, нейроводопад. Ну, тоже очень странно. Нейроводопад, нейромагнолия. Нет, не похоже на магнолию нейромох. мох. Ну вот на мох чуть-чуть, но тоже. Мне кажется, ребенок бы лучше бы нарисовал все это. Даже самый-самый вот маленький ребенок не растебли. Uh, нейромагнолия. Так что, друзья, я пока делаю вывод, знаете, мне кажется, нейроджунгли, ну, нейроджунгли еще более-менее, мне кажется, что нейронная сеть у ребенка, она разумнее, чем нейронная сеть у нейронной сети. Нейросад, ну вот нейросад уж более-менее, вот хоть что-то такое похоже. Нейростебли, тоже что-то получу нейрокреация, нейроутес, нейровысокая трава. Ох, ну трава получилась, нейролиства, ну посмотрите, совпадение, не так уж нейросад тоже не хорошо. Давайте люди, люди, люди все-таки, нейротанцовщица Фламенко. Вы видите здесь людей? нейросражения Вы видите здесь вообще хоть что-нибудь? нейросражения Ох. Разглядеть, конечно, можно и в пятне. Нейрофлейтист. Во, видели такое? Такого нейрофлейтиста. Нейробалет. Нейро люди у моря. Вообще, нейро женщина у окна. Вот тут хоть проглядываются какие-то формы Нейро-женщина с птицей. Тут более женщину смешались с птицей вообще. Нейрорусалка. Вы видите здесь? Нейро и кого-то русалку. Нейроконцерт. Ну вот здесь хоть что-то человеческое. Нейроакробаты. Нейросражения опять. Ну. Нейроигроки в карты. Ну, хоть здесь тоже лицо, хоть появилось лицо. Друзья, это все ужасно. Это просто, я бы сказал, конечно, ребенок бы, конечно же, нарисовал бы лучше, на мой взгляд. Но вот здесь хоть лицо, нейроученый. Здесь хоть разглядываются формы лица. Но опять же, на уровне ребенка, который это может нарисовать ну и настроение. Также, друзья, я пока делаю вывод, что на уровне художества и творчества у ребенка больше потенциал, чем у нейросети. Нейромантика. Нейроразмытость. Вот такой вот вывод, друзья. Так что, надеюсь, вам было интересно. Ссылка в описании. Рассмотрите все сами. Всего доброго. Всем пока. До свидания.